В предыдущих видео мы уже рассказывали о полезных свойствах касторового масла и соды, однако оказалось, что эти два средства можно использовать вместе. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как касторка и гидрокарбонат натрия способны повлиять на наше здоровье в тандеме. Итак, смесь соды и касторового масла действует на наш организм следующим образом. Она улучшает текучесть крови, восстанавливает ткани, стимулирует отток лимфы, очищает наше тело от токсинов и шлаков, поглощает излишки кожного жира, снижает чувствительность к различным аллергенам, обладает мощным микробным и фунгицидным действием, ускоряет заживление ран, обезболивает и предотвращает развитие воспалительных процессов. Улучшает здоровье глаз, снимает их усталость, омолаживает кожные покровы, положительно влияет на подвижность опорно-двигательного аппарата, избавляет от пигментных пятен и веснушек, устраняет зуд и отечность, помогает при укусе насекомых, убирает бородавки и папилломы, облегчает течение остеохондроза, борется с онихомикозом. Касторово-содовую смесь применяют наружно. Для лечения проблем с кожей в 1 столовую ложку масла добавляем 3 столовые ложки соды и наносим полученный состав на проблемные участки. Смываем теплой водой через 5-10 минут. Чтобы избавиться от суставных болей, касторовое масло и соду смешиваем в равных пропорциях и готовым средством смазываем пораженные места. Оставляем компресс на 30 минут, после чего смываем. Такую процедуру рекомендуется проводить на ночь перед сном.